Ребят, я сейчас нахожусь в прекраснейшей стране, в Малайзии, и страна эта мусульманская. Многие женщины здесь ходят с покрытой головой, и еще чаще можно встретить женщин в паранже. Так вот, сегодня я решила быть в тренде, решила не выделяться из толпы и тоже покрыть свою голову, но сделать это так, чтобы это было еще и модно с другой стороны, то есть не только быть скромной, но и модной девушкой сегодня решила. Вот купила такой вот красивый шарф, такой вот он огромный у меня. Можно, конечно, использовать чуть поуже шарфик, у меня такой широкий получился, потому что мне очень понравился цвет, мне очень идет к лицу коралловый оттенок. Вообще девочкам очень хорошо коралловые оттенки идут, всякие оранжевые, какие-то красивые благородные розовые оттенки. Вот, и что я решила себе накрутить на голове. Я складываю шарф вот так вот пополам и фиксирую его на затылке. Вот, теперь я его вот так вот расправляю и поднимаю концы снизу вверх, вот таким вот образом. Вот у нас что получилось. Теперь нам нужно это все зафиксировать на лбу, либо узлом, либо просто красиво как-то перекрутить. То есть здесь можно приложить фантазию, конечно же. Я решила сделать красивый узел. Кстати говоря, такой головной убор, он мало того, что модный, красивый, он еще и очень практичный. То есть его очень хорошо использовать, если ты где-то прогуливаешься на яхте по океану или по морю. Такой убор украшает твою голову и одновременно защищает волосы от солнца, и одновременно он не слетает. С ним очень комфортно находиться, когда ветер. На пляже то же самое. Очень удобно с таким головным убором быть. То есть очень красиво, если ты носишь купальник какой-то модный, и вот такая вот штуковина у тебя будет на голове. Просто мега фэшн. Вот, что я сделала? Я зафиксировала наши концы на лбу узлом и расправила вот так вот на затылке. Сейчас повернусь. Вот так вот на затылке все красиво расправляем и собираем сзади. Кстати говоря, здесь можно придумать несколько способов фиксации этого чурбана. Либо вот таким вот образом на резиночке можно ставить вот такие хвостики. Либо можно эти хвосты заправить под сам чурбан. Аккуратненько, красиво расправить. Можно, чтобы кто-то помогал, потому что все-таки нужно иметь некую сноровку, чтобы не глядя все это сзади фиксировать. Можно, в принципе, вообще все пустить на самотек и оставить какой-то такой художественный беспорядок. Пусть он там свободно себе лежит, как ему нравится, как будто так и задумано. Главное быть уверенным в себе. Вот, а то, что там платочек лег сзади неровно, это, в общем-то, не беда. Вот здесь вот все это тоже хорошо исправляем. Ну вот так вот, вот что у меня получилось. Вот такая вот моднявая штуковина. Мне кажется, очень подчеркивает черты лица. Какую-то такую скромность придает, и в то же время загадочность, да, такой восток. Восток — дело тонкое. Ребят, шарф я купила в Манго, новая коллекция, 2012. Коралловые оттенки, очень много у них есть коралловых оттенков, прям забежала. Вот, Манго есть везде, даже в Малайзии я нашла. То есть можно и в России везде купить такие платки. Красивейшие. Все, будьте в тренде, будьте модными, будьте красивыми, обаятельными. Не забывайте быть скромными. Скромность украшает. Пока.